У девушки Елены и ее мужа был кот Соник. Пять лет он беззаботно жил в этой семье. Но когда Елена родила ребенка, жизнь домашнего питомца изменилась. Все внимание родителей, конечно же, уделяли своему чаду. Котик же оказался недоласком. Его даже забывали покормить. Однажды малыш, уже научившись ходить, подошел к Сонику и больно дернул его за хвост. Кот не остался в долгу. Он лапой ударил малыша по лицу. Ребенок заплакал и побежал жаловаться маме. Елена увидела три царапины на лице сына и все сразу поняла. Кот стал агрессивным, поэтому его нужно усыпить, подумала женщина. Она собралась, взяла Соника и решила отнести его ветеринару. На лестничной площадке Елена встретилась с соседкой Анастасией. Та всегда любила животных. Ей даже приходилось подкармливать Соника, когда он выбегал голодным в подъезд. Соседки разговорились, и Елена рассказала, что несет Соника к ветеринару на усыпление. Это сильно поразило Анастасию. Она, наоборот, замечала, что кот очень добрый и милый, поэтому Настя предложила забрать животное себе. Елена с радостью согласилась, соседка сэкономила ей деньги и время. Она отдала ей все кошачьи вещи, лоток, миски и расчески. Анастасия считала, что Соник какое-то время в новом доме будет где-то прятаться. Но она ошиблась, когда питомец оказался в ее квартире, то он посмотрел на новую хозяйку глазами, исполненными благодарности. Вот Настя спасла животное и приобрела.